Друзья, всем привет! Вы на канале Лесобаза РФ. Подписывайтесь, пишите, звоните, задавайте вопросы в комментариях. А сегодня рассмотрим тему, как обработать древесину маслом. Масла все больше завоевывают доверие владельцев загородных домов. И, соответственно, часто возникает вопрос, который мы слышим от наших клиентов. Как правильно обработать дерево маслом? И чего мы только не видели за многолетнюю практику покраски древесины. Например, некрасивые разводы от кисти, выступание пятен на поверхности защитной пленки, а еще бывало то, что масло не прослужило и 3 лет, хотя по техническим условиям это высококачественный продукт. Некоторые маляры-умельцы по своему усмотрению обрабатывают дерево вопреки инструкциям производителя, а потом мы слышим, что масло плохое, что технический регламент обманывает. Друзья мои, хотите получить профессиональный результат? Тогда и к покрасочным работам нужно подходить профессионально. Итак, как правильно обработать дерево маслом, чтобы было красиво, ну и чтобы ваша покраска прослужила долго? Чтобы не было разводов от кисти, нужно использовать ветошь или кисть с мягким ворсом. После подготовки поверхности шлифовкой зерном от 80 до 100 наносим первый тонкий слой масла. Кстати, если использовать кисть, то лучше кисть использовать с синтетическим ворсом. Ворсинки на конце должны быть очень густые, ну и, скажем, обязательно синтетические. После этого ждем полного высыхания, а далее сбиваем ворс, используя зерно 100-150. Наконец, наносим финишный слой масла по направлению волокон древесины. Излишки снимаем ветошью. За консультацией обращайтесь к нам по телефону, который вы видите на экране. Заходите к нам на сайт, ссылка в описании к данному ролику. Хорошего вам настроения!